Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находятся часы Suunto 9 Peak. И сейчас я покажу вам, как отключиться от Android-устройства на данных часах. Итак, для этого мы заходим в приложение Suunto. Далее переходим, нажимаем на значок часов. Проходим вниз, выбираем подключение. И теперь нам нужно нажать «Забыть», после чего мы переходим в настройки Bluetooth, нажимаем «Показать все», и все, здесь у нас уже все отключено, так что все хорошо. Если у вас здесь что-то будет, то нужно вот здесь вот, скорее всего, то нужно будет это дело удалить. Вот, а конкретно, если у вас будут эти часы, ну, либо что-то еще. Ладно, неважно. В общем, на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.